Раскрываемость растет, преступность падает. В МВД похвастались высокими показателями работы. По словам министра Авакова, за прошлый год правоохранители раскрыли на треть больше тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них и резонансные убийства. А украинцы в 17-м почувствовали себя в большей безопасности, так считает Аваков. Грабить и воровать, по данным полиции в Украине, тоже стали на четверть меньше. По мнению министра, еще одно достижение ведомства – это рост доверия правоохранительным органам. Лидер в рейтинге – Нацгвардия. Согласно опросу, проведенному осенью 2017 года, ей доверяет более половины респондентов. А самый низкий показатель у нацполиции. Чтобы улучшить подготовку патрульных в Украине, откроют полицейскую академию, обучение в которой будет длиться 4 месяца. Первый курс рассчитан на 200 человек. Кроме этого, министр сообщил, что в этом году на дороге выйдут патрульные новосозданных подразделений Крыма и Севастополя. Такі підрозділи будуть створені, і вони будуть працювати на інших ділянках до тих пор, поки не буде звільнений від окупантів Крим. А потім готові підрозділи будуть там працювати. Можемо констатувати високий рівень суспільної довіри до всіх наших служб, що входять до сфери відповідальності МВС.